И о спорте. Допинг-скандал разворачивается вокруг российских звезд спорта. Фигуристки Екатерины Бобровой, олимпийского чемпиона по шорт-треку Семену Елистратову, волейболиста Алексея Маркина и конькобежца Павла Кулижникова, который представляет Краснодарский край. В их пробах обнаружили запрещенный препарат мельдоний. С января 2016 года он пополнил список запрещенных веществ. Напомню, за плечами у Кулижникова уже есть одна дисквалификация. Ее срок истек в 2014 году. С тех пор конькобежец дважды побил мировой рекорд и стал пятикратным чемпионом мира. И вот карьера Кулижникова опять под угрозой. За повторное применение запрещенных препаратов ему грозит пожизненное отстранение от спорта. Поэтому сейчас Павел пытается оспорить нынешние результаты допинг-пробы и требует повторного исследования. О том, что мельдоний внесен в список запрещенных, все федерации спортсменов и Российское антидопинговое агентство оповестили еще полгода назад, заявил глава Минспорта Виталий Мутко. А поскольку принимать его или нет, решает не спортсмен, то нести ответственность должны тренеры, врачи, физиотерапевты и руководители федерации.